Отделение профилактики 3-й поликлиники открылось на Первомайском проспекте 41 не так давно, но уже заслужило доверие пациентов. Я столкнулась с тем, что это все настолько пунктуально, вежливо. Тебя принимают как вот, ну, я не знаю, ну, как любого пациента, ну, самого-самого. Небольшое отделение с десятком кабинетов. Есть терапевт, гинеколог, аппараты УЗИ, ЭКГ. Можно сдать анализы, привиться. Кстати, не только от ковида. Гепатит, туберкулез, дифтерия. В общем, весь календарь прививок. Набор услуг не случайный. Одно из назначений филиала – проведение диспансеризации и профосмотров. Все в одном месте, быстро и удобно. Пациентов лучше всего, чтобы они записывались к нам на прием. При этом у них даже есть возможность онлайн заполнить анкету, то есть не задерживаться здесь для заполнения медицинской документации. Филиал имеет еще одну задачу – разделить потоки больных пациентов от тех, кто просто хочет пройти профилактические мероприятия. Благодаря современной системе регистрации и приема посетителей, даже такое небольшое отделение может обслужить до 3000 человек в месяц. Скажите, пожалуйста, много людей в день проходит? Да, у нас очень большой поток. Ну, сколько примерно? Ну, до 80, до 100 мы принимаем и без номерков, и без записи, если к нам обращаются. Новое отделение оценила председатель Петросовета Надежда Дрейзис. Главврач первой детской поликлиники профессиональным взглядом отметила удобство нового формата. Мы действительно давно очень хотели осуществить такой проект в городской поликлинике номер 3. Наконец-то он осуществлен, он уже работает, функционирует. И сегодня мы посмотрели, как это в жизни. Конечно, видно, что пациентам очень удобно, комфортно. Не только пациентам при этом, удобно и сотрудникам, и сотрудники довольны. Большие окна и светлые помещения – лишь приятное косметическое дополнение к новому офису. Но впечатление от посещения врача меняет кардинально. Открытие такого отделения можно считать успешным. Теперь есть желание этот успех в городе расширить. Илья Лопухин, Сергей Беляев, служба новостей.